В городе появился первый памятник строителям. 17 октября в Ленинском районе прошла торжественная церемония открытия сквера. Его благоустраивали почти 4 месяца по инициативе главы Саратова Олега Грищенко. Главным украшением парка стал монумент работникам строительной отрасли. Проект памятника разработал саратовский скульптор Николай Бунин, который известен созданием еще нескольких городских композиций. На разработку окончательного варианта памятника ушло 4 месяца. Автор говорит, что эскиз создавался с учетом композиции всего сквера. Так, вход в парк выполнен в виде башенного крана, а сам памятник изображает рабочего, выкладывающего кирпичную стену. Этот монумент единственный в Саратове, прославляющий профессию строителя. Создавая его, автор не один раз менял цвет и размер. Пришлось и 2 раза перекрашивать тон, цвет, чтобы чувствовалась бронза. И, в общем, как бы задача моя была выполнена, я думаю, неплохо. Памятник замечательной профессии. Профессия, которой много лет и которая будет продолжать работать на благо нашего города. И в следующем году мы будем продолжать то направление благоустройства, которое поможет нашим жителям чувствовать себя уютно и комфортно в нашем районе. Я поздравляю всех с праздником сегодняшним и желаю крепкого здоровья!